Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла вот такая вот огроменная от моего анонимного Дедушки Мороза. Многие моделисты знают, что на сайте коробка.ру проходит каждый год очень интересный конкурс «Анонимные Деды Морозы». То есть заключается это в чем? Каждый посылает от себя подарок внучку, который определяется рандомно. И цель акции такая, чтобы подарить хороший подарок и порадовать своего внучка. Мне в этом году пришла вот такая вот огроменная посылка на 4 килограмма 400 грамм. И прислал мне ее Ермаков Андрей. Это мой Дед Мороз. Сейчас я ее вскрою в эфире и поделюсь своей радостью с вами. Уже на почте, когда мне вынесли такую коробку, я испытал детский восторг, как в детстве. То есть очень круто. И сразу открываю коробочку и вижу вот такие вот ништяки. Конечно, сразу же бросается в глаза модельная составляющая. Отличный набор, бронеавтомобиль М1078. Это реально модель, которую я хотел очень давно собрать. Моя тематика, вы знаете, я люблю бронетехнику, особенно люблю бронеавтомобили. Такой вот набор. Ну а дальше, друзья, праздничная мишура. Всего много-много интересного, много вкусного. Дед Мороз, я сразу тебе хочу передать огромный привет. Сказать огромное спасибо. Сейчас отодвину коробочку в сторону и буду выкладывать подарки на диван, чтобы было лучше видно. Как будто снова, друзья, окунулся в детство. Такая вот праздничная хлопушка. Используем, конечно же, по назначению новогоднюю ночь. Еще одна. Круто, очень круто. Очень приятная акция, за что хочется, конечно же, поблагодарить администрацию сайта. Даже взрослым людям но доставляют столько много удовольствия. Вкусные конфетки Рафаэлло. Дед Мороз не просто порадовал подарком на модельную тематику, но, смотрю, порадовал и всю мою большую семью. И сладости, и конфеты. И целая куча маршмеллоу. У меня в семье любят это маршмеллоу и жарить, и добавлять в кофе. Конечно же, магнитик города Сморгони, где проживает настоящий Дедушка Мороз. Супер! Просто супер, друзья! Настолько приятно, настолько все в тему, душевно. Ну, вот такой вот олененок украсит новогоднюю елочку. Еще один олененок. Целая куча всякой всячины, друзья. Очень, очень приятно. Ну и, конечно же, шоколадные Деды Морозы. 100% Дед Мороз, ты угадал в мои желания. Спасибо огромное за такую доставленную радость. Ну ты, Дедушка Мороз, Ермаков Андрей, ты меня удивил. Это, друзья, вставочка в видео. Открыл коробку, и я реально, я был просто в шоке.
набор настолько укомплектован дополнениями и фототравление, и фары СКП, и смоляные колеса. Я просто, друзья, в шоке. Ну, Дед Мороз, ты настоящий, как говорится. Столько добавил радости, столько позитива. Я не знаю, свою радость даже не могу передать словами. Что можно сказать? Но я очень удивлен. Я очень, конечно, рад. И обзоры, друзья, вы увидите всего вот этого на моем YouTube-канале. Распечатал, друзья, магнитик. Конечно же, сразу же украсит холодильник. И что хочу, друзья, пожелать? Желаю вам встречи Нового года. Удачно встретить Новый год. Всех благ вам, вашим близким. Главное, друзья, здоровья, финансового благополучия, успеха, любви. Чтобы вас любили и вы были любимы, друзья. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.